Челы, заходите на стримы. Какие-то локации. Так, смотрим, что за руины здесь. Какие-то руины, смотри. Какой еще Агил? Кто такой Агил? Замолкните. Какова сложность Elden Ring? Слушай, Elden Ring удивляет. И этот, ну, по первому стриму могу сказать, что... Есть моменты, которые... Опа, мечевидный ключ нашли. Есть моменты, которые тебя реально могут, ну, так сказать, отстрапонить. И дальше, я думаю, явно Миядзаки вставит что-нибудь. Вот Миядзаки любит как делать. Даже если игра в целом кажется, ну, такой плавной, то есть ты играешь, 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 то в какой-то момент определенно появится какая-то темка, какой-то босс, который тебя трахнет, который тебя остановит. Миядзаки любит всегда так делать. Даже если ты думаешь, что ты проходишь все идеально, круто, все хорошо, и у тебя нет никаких проблем, в какой-то момент определенно что-то такое появится, что тебя остановит. Это прям вот стопроцентная инфа. Поэтому будем смотреть, пока не знаю. Пока прям сложность идеальная, как по мне. Умеренно сложно, не душно, интересно исследуется игра. Я прям в супер кайфе. Так, ротовики, смотри, в пещере. В данже, да? Ну-ка. Так, давай откроем дверь. Опа. Какой-то лутец. Что за лут? Блять, вы попались в переносную ловушку? Какого черта? Меня телепортировало куда-то. Кристальный туннель Селли. Верный гравитационный камень. Кусок гравитационного камня. Ничего себе. Кого вообще? Где мы находимся? Это меня вот сюда телепортировало? Обалдеть. В какую-то шахту я попал. Кристальный туннель Селии, ты посмотри. Вот это да. Ебариус. Я вас понял, мужики. Подошел я к дедуле, бля, 60-летнему. Он меня вот так вот, сука, леща мне дал, сказал: сынок, попустись. Ты куда пришел? В шахту Селии, сучара? Мы тут кристальные деды 70-летние ходим. Таких щенков, как ты, мизинчиком попускаем. Кстати, мы здесь возрождаемся, нифига себе. Давайте попробуем свалить отсюда, я хз. Что здесь вообще? Кузнечный камень 5, ну это супер хай-левел лока, полюбас. Кузнечный камень 5 залутали. О! Так, ну здесь есть благодать, как минимум. Косточки или типа того здесь нет? Здесь есть темка, которая... Так, я взял туши-то свои, да, 11 тонн. Прям косточек я еще не находил, но есть темка, которая тебя возвращает к костру. Но мы возрождаемся, видишь, здесь. Это как бы означает, что мы в любом случае будем здесь воскрешаться. Судя по всему. Да, иначе смысл был бы от ловушки. Нифига себе. Не, ну вот эта лока реально выглядит как... Bloodborne какой-то, ты посмотри. Что за тварь там сидит сбоку? Небо кроваво-красное, охренеть, как же круто. Болото Эония. Слыхали о таком? Ой, здесь кровь какая-то стакается. О, нет. Красная гниль. Бля, и она очень неприятная. Слушай, она очень неприятная. Это как токсин какой-то. Так, я вижу, походу, благодать. Блять, благодать моя чудесная.
Садись, братик. Пощады. Я жив? Господи Иисусе. Так, валим отсюда, ребят. Это ужас. Это просто ужас какой-то. Я даже не собираюсь пока здесь ничего исследовать, потому что явно лук не для нас. То есть тут вместо мимиков, хотя не знаю, может быть и мимиков еще найдем. Такие ловушки сундучные, которые тебя телепортируют в локацию боли. О нет. Кажется, мы его нашли. Брожек хороший, добротный брожек. Так, maybe стоит взять коня. Попробуем. Давай по пальчикам, по ножке. Руби его, кромсай. По драконьему коку. Ну хорошо, кстати, нормально рубится. Фига себе сальтуха. По лицу. Так, надо уходить. Он сейчас дышать огнем будет явно. Тихо, тихо, тихо. Не попал, кстати, по мне. Давай обновим магию. Было близко. Слушай, на коне нормально он убивается. Изейший, я бы даже сказал. Да мне не сгореть, блять, в огне ужаса. Давай еще, наверное, хилку на всякий случай. А то ваншот инкаминг. Хуярим. Черт, он понял. Он понял, что нужно держать дистанцию. Да шоп тебя. Попасть не могу по нему. Уходим. Добивать надо. Давай, отдыхай. Фу. Могучий враг повержен. Драконье сердце. Не, ну на коне, вот это, видимо, тот тип босса, который на коне убивается гораздо проще, чем пешком, да? Потому что на коне прям и мансить гораздо проще было. Но все равно, черт побери, пару раз чуть не ваншотнул меня дракон. Спасибо, Shadow Warrior, за 25-й месяц. Так, и что он здесь охранял? Здесь какая-то пещера была, смотри. Так, посмотрим, что у нас здесь. Благодать есть.
Слушай, тут работяги какие-то добывают, походу, кузнечные камни в шахте. Смотри, это можно сейчас кучу кузнечных камней, видимо, надобывать и прокачать еще оружие. Обломок блестящего камня. Кусок блестящего камня, в котором заключена нестабильная магия, можно найти в кристаллических туннелях. Потратьте ОК, чтобы сломать камень и выпустить сгусток магии. Крайне хрупок, потому не заслуживает внимания уважающих себя чародеев. Еще вот такие штуки нашли в той ловушке. Осколок камня, найденный на месте падения метеорита, пропитан особо тяжелой магией. Тратьте ОК, бросьте на землю, чтобы выпустить гравитационную ударную волну. Отчаявшиеся искатели таких осколков называют себя призывателями звезд. Это какие-то новые расходники, которые можно вот так вот кидать за счет магии, да? За счет маны. Что за врата здесь такие? Слушай, там какая-то тварь нахрен. Гигантская рычащая тварь просто. Тролль какой-то омерзительный. Проблема в том, что у нас не было здесь возрождения никакого, да? Никакой благодати даже рядом. Пойдем. Тролль-камнекоп. Камнекок? Ёбнул. Добротно. Сейчас время неуязвимости зарешали. Так, он в раш вошел. Ай, бляха. Не жадничай. А теперь подыхай. Такой мини-боссиус. Мини-боссиус тролляка. Медальон рева с него выпадает. Давай посмотрим. Новый талисман. Усиливает рев и атаки дыхания. Бронзовый медальон с изображением ревущего великана. Усиливает рев и атаки дыхания. В древние времена великаны были заклятыми врагами древа Эрд. Их раскатистый рев уничтожал природу. Разрывал, вызывал обвалы и поднимал огненные бури. Так, сейчас болото доизучаем, наверное, посмотрим, что там еще на болотах было пропущено. Потом можно будет сгонять, наверное, в начало, заюзать там ключ и посмотреть темную начальную локацию, что там происходит. На самом деле мест еще для исследования супер много, глаза прям разбегаются на деле. А мы здесь были, по идее, не? Хотя не уверен, нет, там какие-то новые вещи спрятаны. Здесь мы не были еще. Опа, даровано. Вы кто такие? Скелекоки? Скелекоки. Стрекоза прилетела какая-то. Блин, скелекоки тут забавные, конечно. Их нужно обязательно добивать. Иначе они просто возродятся. Чуваки, да мне насрать. Это первое прохождение. Я делаю, что хочу в первом прохождении. Понимаете? Очевидно, что я не должен задумываться. Так. Нериджу с окровавленный палец начинает вторжение. Давай. Не
Нихуя себе дерзкий. С двумя кинжалами какими-то. Охренеть, блит, накладывает жестко. Юра пришел еще. Это мой союзник. Он на помощь мне идет. Так, мудила. Я бы от помощи сейчас не отказался. Не отказался, сука. Нифига, мужик пришел, смотри. Бля, он на меня согрелся, зараза. Давай, вдвоем. Что-то у него урон, конечно, абсолютно пососный. Опа, блит прошел. Блит, это кайф. А все. Редувия. Колдовство Ди. На кровоток. Тоже кинжалиус. Зазубренный кинжал с характерным искривленным лезвием. Оружие высокородных слуг Повелителя Крови. Наносит рваные, обильно кровоточащие раны. Мастер, который изобрел этот жутковатый кинжал, может собой гордиться. Кровь на нем никогда не высыхает. Особый навык — кровавый клинок Редувии. Алые пятна, покрывающие проклятый кинжал, превращаются в метательные клинки, которые вызывают врагов кровотечение. Можно использовать несколько раз подряд. 13 колдовства нужно для него, но у меня колдовство 9, увы. Я не знаю, будем ли мы с кинжалом бегать. Вроде бы кинжал такое ловкостное оружие, да? Но он требует колдовство вкачать. Ловкость Ди. Ну, не самый хороший скилл от ловкости. Здорово. Растяжка здесь какая-то. Что-то здесь ловушкеры, ребят. Так, тут туман сразу к боссу. Возможно, к боссу. А возможно и не к боссу. Блин, если меня сейчас опять телепортнет в ад бездны. Нет, гриб всего лишь 5 штук. Ху. Странно, странно. Но сейчас вылезет что-то. Сейчас что-то вылезет. Ладно, открываем. To a man's personal belongings, huh? You scheming little Охренеть. The gods demand repentance. Cough up your... Да ладно, легендарный. Legendary. Нихуя себе. Жозень.
зону заядовитил. Господи Иисусе. Блять, он напугал меня. Я думал, он сейчас, не знаю, какую-то ловушку подстроит, типа, проткнет меня копьем насквозь, когда я подойду к нему или что-нибудь такое. Well, what do you know? You're tarnished, like me. Now, how did I get that wrong? I took you for a demi-human or some such. An innocent mistake, I assure you. Well, water under the bridge. Now we're squared up. How about we play nice from now on? Простить и забыть. Ну давай, прощаем. A true man of reason. Слова истинно мудрого мужа. I'm Patches. Patches the untethered. Tarnished like you, only free-spirited. Nomadic, you might say. Only for now, those retired soldiers turned bandits. Oh, they're paying for my gruel. In exchange for my, well, showing them the ropes. But honestly, this looting racket is bloody terrifying. Frankly, I'm ready to wash my hands clean. Maybe set up a legitimate shop. So don't be a stranger. I'll be ready to wheel and deal come next time. Сука, какая же это классика, это база просто, это просто база. Don't forget to pop back for another visit, friend. I'll be ready to wheel and deal come next time. Так, ну давайте отдохнем на костре и придем к нему. Well, nice of you to drop in finally. It's all a bit ad hoc, but I'm sure you'll find something. And welcome to Patches Emporium, where you won't need a refund, because everything's top-notch. А бандиты? Yeah, I had those bandits make a clean break. Now they're all suppliers, and good ones at that. I mean, they don't understand a word I'm saying, but it hardly matters. We have a natural connection. They're all foot soldiers, survivors of a defeated army. Worked to the bone by their high and mighty lord, only to be thrown out with the rubbish. It's the same old story everywhere I go. To hell with it all. Тот сундук. Wondering what's inside the treasure chest. Well, it's a nothing too special. Just something I'm saving as thanks for a very valuable customer. But then again, it would fetch some spectacular coin. And besides, this valuable customer could be a long time coming. Huh? Everything is give and take. Give and take. Не понял, он типа мне этот сундук отдал, что ли? Или я должен сначала закупиться у него порядочно, чтобы... Так, ну я думаю, стоит полюбасу купить у него мечевидный ключ, хоть у него он и с наценкой продается. Обычно он стоит 4000, а здесь 5000. Но все равно это ключ, который как бы нам пригодится явно. Это ограниченный ресурс в игре, да. Что он еще продает? Верные кинжалы. Метните верные кинжалы во врагов, чтобы нанести урон. Оковы Маргита. Ненадолго удерживают плененного Маргита на земле. Кандалы, пропитанные золотой магией. В них заковывали проклятых людей, называемых знамениями. Наказ, называемых знамениями, да. Эти кандалы предназначались для конкретного знамения. Они все еще хранят остатки силы и потому способны удержать некогда плененного Маргита на земле, пусть и ненадолго. Я что-то не понял, я могу этот сундук забрать, чуваки, или нет? Он сказал, что типа... Он его бережет для какого-то особого покупателя. Но я не особо понял. Может быть, я уже могу его взять? У него мусор просто. Не хотелось бы тратить так много душ на мусор какой-то. Я не знаю. Чек неложная благодать, но всего стоит. Только что читал. Только что чекал. Давайте попробуем взять.
Well, well, well. I should have known, you scheming little thief. The gods demand vengeance! Vengeance!